Сибирской язвы не было. Во всем виноват голод. На Камчатке провели расследование по факту массового падежа оленей на севере полуострова. Специалистами Усть-Хайрюзовского ветеринарного участка Камчатской краевой станции по борьбе с болезнями животных 6 мая 2021 года проведен осмотр останков животных в количестве 352 голов. Трупы оленей обнаружены вдоль морского берега Охотского моря на расстоянии от 5 до 40 метров друг от друга. Также были видны следы расклева останков птицами и повреждения дикими животными. Визуально признаков заразных болезней животных не было установлено. Сотрудники краевой станции по борьбе с болезнями животных отобрали пробы на выявление сибирской язвы как одного из наиболее опасных заболеваний. После проведения Камчатской межобластной ветеринарной лаборатории исследований проб, доставленных с места событий, положительных результатов не было выявлено. По результатам исследований почвы и патологического материала, проведенных в Приморской межобластной ветеринарной лаборатории с 13 по 24 мая 2021 года, возбудитель сибирской язвы также не обнаружен. В Россельхознадзоре добавили, что учитывая полученные результаты анализов, данных осмотра, толщину снега и наличие под ним воды и льда, можно сделать вывод, что причиной падежа стал голод. Как сообщали ранее, в апреле этого года в соцсетях появилось видео, на котором были запечатлены десятки трупов оленей. Массовая гибель животных произошла возле села Усть-Хайрюзово Тегельского района. Причинами смерти северных оленей называли болезнь, голод и браконьерство. Рассматривали и другие версии.